Предстоит борьба с травостоем, борьба с сорняком, корректировка рельефа, распределение избыточного грунта. Готовим объект к весеннему газону. На все действия у нас один день, два экипажа. Эту задачу должны за день исполнить. Масштаб к распределению вот такой, ну это ориентировочно, кубов 50 грунта. Все это будет распределено вот по этой территории. Траву перерабатываем в мульчу, также погрузим ее в грунт. В итоге с объекта вывозить необходимо будет только корневища, такие вот крупные, только что мы их увезли. Ну и вот такой мусор строительный, такие вот остаточки, которые мы сейчас тоже с поверхности удалим. В одной из локаций уровень грунта существенно ниже установленного бордюра. Грунт будем сюда добавлять, чтобы прийти к кромке бордюра. Еще один объект станет покрасивше. Все ближе финал наших работ. Финальную картинку, скорее всего, показать уже не сможем. Световой день на излете.